Колумбии изъяли рекордную партию кокаина в 12 тонн. Стоимость наркотического вещества могла достигать 360 миллионов. Правоохранительные органы в ходе спецоперации Агамемнона и конфисковали в Апартадо на северо-западе Колумбии крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 12 тонн. Об этом сообщила в Твиттер пресс-служба колумбийской полиции. Партия наркотиков принадлежала криминальной парамилитаристской группировке «Клан Залива». Их поставками занимались около 10 организаций из различных регионов страны. Расфасованный в целлофановые пакетики кокаин был спрятан в подземных схронах на территории банановых ферм. В спецоперации Агамемноны приняли участие около 400 полицейских. По оценкам полиции, стоимость партии на международном рынке могла достигать 360 миллионов долларов, около 310 миллионов евро. Напомним, в сентябре в Колумбии обнаружили 7-тонную партию кокаина, спрятанную во фруктах. По материалам сайта newsgro.com.